Здравствуйте, я Александр Тихонов, врач-хирург клиники «Новое тело». И сегодня мы поговорим о компрессионном трикотаже, который используется при лечении варикозной болезни вен нижних конечностей. Большинство пациентов, обращающихся к нам в клинику, впервые сталкиваются с проблемой выбора компрессионного трикотажа. И здесь важно понимать, что мы им предлагаем. Компрессионный трикотаж – это медицинское изделие, и он назначается по показаниям, которые определяет врач во время консультации. Если вы обратились к нам впервые, мы подберем трикотаж согласно параметрам, которые подходят вам индивидуально. Если вдруг вы столкнулись с проблемой выбора компрессионного трикотажа самостоятельно, вы обязательно должны знать ряд параметров. Первое и основное – вы должны измерить окружность голени в трех местах. Самое узкое место в области голени, самое широкое место в области голени и в области подколенной ямки. Важным размером является расстояние от пятки до бедра. И последний размер – это окружность бедра. Почему эти показатели важны? Потому что именно эти показатели определяют размер компрессионного трикотажа, который будет соответствовать объемам вашей ноги. Для удобства одевания компрессионного трикотажа часть производителей вкладывают в комплект вот такой носочек, который позволяет легко и без труда одеть компрессионный трикотаж на ногу. Помимо размеров, которые позволят подобрать правильный компрессионный трикотаж, вы должны получить информацию у врача о классе компрессии. Их всего 4. Один из них относится к профилактическому классу и, как правило, в стационарах не используется. Чаще всего в стационаре используется компрессионный трикотаж 2 и 3 класса, но подбор его должен производить врач. Если вы столкнулись с проблемой подбора компрессионного трикотажа, обращайтесь в клинику «Новое тело». Мы сможем подобрать его грамотно, профессионально и индивидуально для вас.